Привет, меня зовут Андрей Иваненко, и сегодня я решил сделать видео о том, как записывать барабаны. Чтобы записать барабаны хорошо, нам нужно несколько вещей. Во-первых, хороший инструмент. Вторая вещь, которая нам нужна, это барабанщик, который умеет извлекать звук. Третья важная часть – это пластики. Если пластики на твоих барабанах убиты, то звук будет дерьмовый. Поэтому запасись комплектом новых барабанных пластиков, или если ты, как твой друг басист, ты можешь сварить свои старые пластики и попробовать их натянуть на кодло барабана. Но я не знаю, выйдет из этого что-нибудь хорошее или нет. Четвертый момент. Используй хорошее барабанное железо. Потому что если твои тарелки с вырезами или старые латунные болванки, на которых еще твой дед на заводе гремел, это не подойдет по звуку. После того, как мы разобрали 4 основных вещи, которые должны у тебя быть до записи, обратим внимание на то, что нужно для того, чтобы эта запись хорошо звучала. Во-первых, это комната, в которой звучат барабаны. Важно помнить, что барабаны — это не разные инструменты, собранные вместе. Это один большой инструмент, дышащий организм. Поэтому он, как любой организм, должен где-то существовать. Существует он в объеме воздуха. Пока ты играешь на барабанах, есть то, что звучит между нотами. Это звук комнаты. Он очень важен. Еще один немаловажный фактор – это тот прибор, который оцифровывает аналоговые сигналы и записывает их в компуктер, то есть звуковая карточка. Если у тебя есть немного денег на то, чтобы купить преампы выносные, не те, которые встроены в карточку, то это круто, и можно использовать это как большой плюс, потому что каждый преамп имеет свой собственный окрас. И пользуясь окрасами, можно добиваться более глубокого звучания ударной установки. Например, если использовать преампы NIF 1073, мы все знаем, что они характерно насыщают низ, очень жирно сами по себе звучат. Логично использовать их на барабанах типа бас-бочки или навесных напольных томах. Используя преампы типа AP512 или вот Chandler Limited, логично записывать рабочий барабан, потому что они очень характерно насыщают середину и получается более панчевый звук. Следующие по важности — это микрофоны. Микрофоны бывают разные, конденсаторные, динамические. Каждый выполняет свою функцию, каждый по-своему хорош. Динамические более устойчивы к высокому звуковому давлению. Барабаны — это ударный инструмент, у них очень высокое звуковое давление, поэтому стоит это учитывать. Конденсаторные микрофоны очень детальные, поэтому их чаще всего используют на оверхедах и просто на индивидуальном съеме тарелок. То есть райд, хай-хэт или крэшер. Перейдем к расстановке микрофонов. Про бочку. Бочку можно снимать разным количеством микрофонов. Можно обойтись одним, например, использовать AKG-112 или ему подобные, типа Shure B52 или Audix I6. Ну и есть еще целая куча микрофонов для бочки, которые позиционируются как микрофон для бочки. Как снимать бочку одним микрофоном? У бочки есть два важных момента. Это щелчок и низкочастотный пинок. Весь низ снимается с резонансного пластика, щелчок снимается с ударного пластика. То есть, пользуясь логикой, стоит один микрофон разместить напротив кик-порта. Тогда он снимет и щелчок, и низкочастотный пинок. Как именно его поставить? При ударе в бочку выходит воздух. Этот звуковой поток, ударная волна, и передает тот самый звук, который нам нужен. То есть нужно рукой почувствовать момент выхода звуковой волны и поставить микрофон так, чтобы капсуль был на фронте звуковой волны. То есть все просто. Экспериментальным путем вы можете, двигая микрофон чуть-чуть более глубоко или чуть-чуть назад, определить, какое количество щелчка вам нужно в звуке и низа, и таким образом настроить правильный звук бочки. Обычно, если вы можете раскошелиться на больше, чем один микрофон, то используйте один микрофон для того, чтобы снять щелчок, второй, чтобы снять низкочастотный пинок с резонансного пластика. Я обычно использую для того, чтобы снять щелчок, Electrovoice RED20. Во-первых, у него очень высокая перегрузочная способность, это важно. Потому что барабанщик, когда лупит в бочку, он создает очень высокое звуковое давление. Этот микрофон мы засовываем внутрь кик-порта. Микрофон для снятия резонансного пластика. Кто какой использует, кому что больше нравится. Я люблю использовать Neumann 47 FET. Потому что у него очень характерный звук, который
просто на 1000 записей присутствует. И все его очень любят, ну и я люблю. Если у вас есть сабкик, то можно использовать сабкик для того, чтобы снять саб-низ. То есть самый прям основной фундаментальный низ бочки. Все эти микрофоны стоит разместить рядом с резонансным пластиком таким образом, чтобы ударная волна максимально эффективно воздействовала на мембрану микрофона. И вы получили нужный звук. Как расставлять индивидуальные микрофоны для барабанов? Тут все просто. Чем ближе микрофон к пластику, тем больше низа в звуке. Чем дальше, тем низа меньше, соответственно. Если микрофон смотрит на центр пластика, то выше атака. Если он смотрит на край, то атака меньше. Попробуем все это дело послушать. Меняя угол микрофона, можно регулировать количество атаки и количество низа. Для того, чтобы микрофон правильно снимал звук, можно пользоваться правилом трех пальцев, то есть ставить микрофон на высоту трех пальцев от мембраны рабочего барабана. Для того, чтобы сделать звук барабана более сбитым и избавить его от разных певучих резонансов, можно использовать демпферы. В качестве демпфера подойдет мунгель или старый пластик, из которого вырезано демпфирующее кольцо. Я привык пользоваться армированной лентой с бумажным платочком. Это удобно, его не нужно постоянно промывать в воде, как мунгель. А если тебе просто он разонравился, то его содрал, выкинул и все на этом. Теперь перейдем к установке нижнего микрофона. Так как барабанщик в него с той стороны не играет, то микрофон можно поставить немного ближе и снять больше тела, чтобы потом при микшировании этих звуков подмешивать не только дребезг подструнника, но и фундаментальный низ. Важно проверять сфазированность верхнего и нижнего микрофона, чтобы не потерять низкочастотную составляющую. По аналогии также можно настроить звук навесного или напольного тома. Давай. Если вы не пишете джаз, то можно задемпфировать еще и навесной и напольный том. Это тоже удобно и добавляет немножко атаки и сфокусированности в звуке.
Еще один важный момент – это взаимопроникновение звуков. Когда вы снимаете микрофоном рабочий барабан, неизбежно все остальные элементы ударной установки тоже будут им записаны. В этом и прелесть, и главная проблема с записи многоканальных барабанов. Для этого можно пользоваться физикой. Например, у кардиоидного микрофона зона рабочая спереди, а сзади он практически не слышит ничего, ну будем пользоваться человеческими понятиями. Поэтому если вы хотите минимизировать влияние хай-хета, то логично поставить микрофон вот так. Но не всегда это получается возможным, поэтому нужно выбирать место, где разместить ваши микрофоны так, чтобы барабанщик, когда записывал партию, не лупил по ним палочками, и все остальные элементы установки были в небольшой изоляции от основного звука, того, который вам нужно снять этим микрофоном. То есть, если мы ставим микрофон для рабочего барабана вот так, то хай-хета очень много будет в этом звуке. Много будет бочки и всего вообще остального, всех томов, всего подряд. Если мы его ставим так, то хай-хета будет очень мало, и будет в основном снят звук рабочего барабана. Это очень важно понять. То же самое касается снятия железа. Если вы используете кардиоидный микрофон и снимаете хай-хет вот так, то естественно он будет видеть всю вот эту вот область. И не только хэт снимет, но и всю установку. То есть для того, чтобы минимизировать влияние остальных элементов установки, необходимо направить его перпендикулярно вниз. Я забыл слово. Иногда элементов установки очень много, и поэтому можно поставить микрофон снизу. Но таким образом вы будете слышать меньше щелчка палочки. Палочка, когда ударяет, основной щелчок будет, естественно, в том месте, где палочка бьет по железке. То есть, если снять нужно щелчок хай-хета и аккуратную чистую игру, то необходимо снимать это сверху. Если не важно снимать щелчок, а важно снять шелест и активную работу открытого хай-хета, то этого делать не обязательно, можно снимать снизу. Послушать, как звучат разные схемы расстановки оверхедов и разные микрофоны, вы можете по ссылке в этом видео. Чё за хуйня? Сложно, блядь, нихуя, непонятно, блядь, нихуя, что это за хуета, блядь? Чё за хуйня? Сложно, блядь. Не понимаю. Если у вас есть еще один свободный микрофон, можно использовать его как своеобразный микрофон для именно вашего фирменного звука. Я, например, вешаю его рядом с ногой барабанщика, и он ловит все эти движения, все шорохи, которые он производит во время игры. Очень сильно перегружаю преамп, чтобы был такой характерный дисторшн. Потом подмешиваю этот микрофон к своему миксу барабанному, и получается что-то интересное. Каждый раз звук немного по-другому, немного новый, но в любом случае он не такой, как обычно. Если вы стремитесь к своему собственному звучанию, это один из инструментов, чтобы сделать его интересным. Еще один важный момент — это симметричность рум-треков. Что это значит? Иногда комнату люди пишут так, что рабочий барабан в левом ухе слышно, бочка в правом, то есть микрофоны стоят относительно самой установки не симметрично. Я считаю, что это глупо, потому что в разных ушах вы слышите разный звук, а барабанная установка обычно панорамируется в центр ее основы. Поэтому стоит уделять комнате и ее симметричности больше внимания. Так как у микрофона в кардиоидной направленности позитивная сторона ловит больше звука, чем негативная, можно его развернуть. И так как звук комнаты — это по сути реверберация, то развернув его к отражающей поверхности, вы в два раза удлините звук. Если вы разворачиваете микрофон и снимаете не установку, а отражающую поверхность, то снимая разные поверхности, можно получить разный окрас. Соответственно, у дерева будет окрас более среднечастотный. Если вы будете снимать пирамидки, то все верхние частоты вообще будут завалены. В общем, экспериментируйте с отраженными поверхностями, и будет вам счастье.
Еще комнату можно снимать не только left-right техникой, но и mid-side. Для этого необходимо один микрофон оставить в кардиоиде, а другой сделать направленность восьмеркой. Кардиоидный микрофон должен смотреть фронтом, то есть позитивной своей стороной, на барабаны. Микрофон с направленностью восьмерки должен смотреть в стороны. Как это потом использовать? Этот микрофон у вас будет серединой стереопанорамы, этот будет сайдом, сторонами. То есть нужно сделать дабл-копию сигнала сайд-микрофона, перевернуть на одной из этих дорожек фазу и уже подмешивать мид-микрофон. Получается довольно целостная, интересная картина. Для того, чтобы использовать mid-side технику, не обязательно использовать подобранную пару микрофонов. Гораздо интереснее, если микрофоны будут разные. Главное, чтобы один из них был с направленностью восьмерка. Ну и так как запись барабанов иногда это дело очень бюджетное, домашнее и хочется иногда записать чисто для самого себя, я собрал небольшой сет, состоящий из 6 микрофонов Shure SM57, одного AKG D112 и двух SM58 Beta на комнате. Послушай, как это звучит с такими микрофонами. Спасибо за просмотр офигенного видоса, надеюсь, ты почерпнул несколько умных мыслей, как правильно записывать свои драгоценные кастрюли, и сможешь теперь это делать гораздо круче и с лучшим звуком. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал, ставь лайкосики, и всем удачи! Пока!